Девочки, всем привет! Добро пожаловать в очередную часть про коллекцию ароматиков. Так, приступим. Следующий ароматик, который я вам покажу, это One Moment от какой-то мальчуковой группы One Direction. Это аромат в направлении Juicy Couture. Не один в один, но в этом направлении по стойкости чуть-чуть может быть Juicy Couture. Он уступает, а так вот такой же какой-то конфетный, немножечко пралинешный, очень вкусный, веселый аромат. Так, аналог девочки, по-моему, красного яблочка Нина Ричи. Amati Yours называется этот аромат. На самом деле я покупала, мне просто нужно было от Eva Flor хоть какой-нибудь аромат. Я увидела его видео одной француженки, у нее очень большая коллекция ароматов, очень много вот таких вот дешманских, ну, то есть у нее там и дорогие были, но очень много дешманских. Чем-то похоже на мою, кстати, коллекцию. Она тоже любит такие веселые фруктовые ароматы, а оно, по-моему, я люблю еще такие дымные ретро. Вот у нее этого не было в коллекции. Короче, она показала один из ароматов Eva Flor. Я подумала, хочу тоже такой аромат. Он вкусный, сладкий, даже непонятно, чем он пахнет. Просто очень сахарный аромат. Ну, типа, да, красное яблоко какое-то очень сладкое, переслащенное. Но во-первых, оно не настолько, может быть, не на речи, она более громкая, может быть, она более глубокая, не знаю. Я пробовала, кстати, это красное яблочко, оно меня не впечатлило. Поэтому, ну, какая разница, платить, я не знаю, там, 40 евро за 30 миллилитров или за 100 миллилитров и также выпшикать на себя такой вот Eva Flor Yours. Так, аромат от Beyoncé, который орхидея как-то там, хит, по-моему, называется. По-моему, у меня он называется просто хит, девочки. Там очень много... Да-да, у меня называется просто хит. Очень вкусный. Тоже такой пралинешный аромат. Да, с орхидеей. Такой терпкий. И в то же время веселенький. Ну, красивые ароматы у Beyoncé. У меня еще какой-то... У меня два было. Один был голубенький, который... Ну, слишком был такой водянистый, я подружке отдала, он ей зашел. И был еще один, я, по-моему, его тоже отдала. То есть у меня только вот этот хит остался. Так, следующий аромат, который я вам покажу, это Пьер Карден Пурфам. Девочки, это такой... У Пьера Кардена вообще... У меня дезодорант был от них. Или это, я не знаю, парфюмированный спрей... Оно именно в такой, знаете, как раньше дезодоранты продавали, что-то вроде фа. Они для меня у Пьера Кардена унисекс. То есть я такой аромат запросто могу представить на мужчине. Он и свежий, и терпкий, и вот фрукты, и все это как будто для мужчины придумано. Вот такой и это аромат. Кстати, я покупала его за 5 или 6 евро, а он потом на Натина подорожал почему-то. Аромат, от которого я тащусь, Avon Soft Musk, должен быть ягодным, Velvet Berries, он так и называется, Delice Velvet Berries, но для меня это такой, это мокрые деревяшки, дымность, ой, короче, у меня свои какие-то ассоциации с этим ароматом, очень-очень мне зашел, очень понравился. Так, аромат Charlie Red, вот Charlie Red, так, тот это были персики, а это ландыши, девочки. Это мыльные ландыши, это как мыло, это туалетная вода. На Натина можно ее отхватить запросто за 4 евро. Для меня это запах после душа, на даче, ну, я не знаю, там в саду поработали или грядки попололи, а потом вы пришли такая грязная, уставшая, приняла душ, села пить чай, и после душа ты попшикалась вот этим. Вот так мне пахнет этот аромат. Какие-то чудесные воспоминания из детства. Так. Очередное яблочко от Жан Артес. Свежий аромат и в то же время
Это Amor Mio Forever. Ну, он такой голубенький, вы его не спутаете. Фруктовый и водянистый. Я его еще не носила нормально, вот нужно будет потом вытащить, потому что я уже, по-моему, его купила, когда лето закончилось. Так, аромат от La Riff In Flames. Очень мне понравился, но он такой сладкий. Оригинал, по-моему, еще слаще. Что им много пшикаться не надо, и аромат быстро надоедает мне, поэтому оригинал точно я бы и не стала брать, но вот La Riff удовлетворяет мое любопытство. На Black Opium, La Riff Touch of Woman. Он для меня по сравнению с Black Opium, конечно, намного попроще, но он очень ванильный. Ванильный здесь как будто для меня такое варенье, как будто это вишневое варенье или сливовое варенье. Вот так вот он мне пахнет. И потом все это уходит в ваниль. Очень обожаю этот аромат. Это аромат для расслабления у меня. Тоже иногда им пользуюсь после душа, когда хочу расслабиться. Долго мне не заходил La Riff Buena Sexy for Woman. Вроде как, я не знаю, закос кто-то говорит под Брун Банани какой-то там, кто-то говорит под под Gucci Rush. Для Gucci Rush здесь нет, опять же, таки специй. Здесь есть персики, здесь есть еще какие-то фрукты. Но и мне он пах, знаете, персиками в воде. Пах вот так этот аромат. И он мне долго не заходил, пока я не поставила его в ванну. И вот после душа он пошел на отлично. Посмотрите, сколько я уже истратила его. Вот тогда он мне нравится. Наверное, это на такое, на влажное, теплое время. Такой этот ароматик, я, наверное, просто неправильно его носила, или он у меня отстоялся, изменился. Аромат, который, к сожалению, меня раздражает ужасно, оказывается, подружке давала пробовать, это Капуччи де Капуччи. Это аромат из 80-х, середины 80-х, и на самом деле он должен пахнуть шедеврально. Подружка говорит, что он действительно пахнет, как капучино. Но для меня это бедненький аромат, какой-то слишком водянистый. Они очень-очень его упростили. У него раньше была крышка, мне он пришел с защёлкой. Может, это как тестер задумал. Хотя многие пишут, что им тоже так сейчас приходит. Очень жаль, если это был какой-то шикарный аромат, потому что там есть и позитивные отзывы. Кто-то вот по памяти писал, что очень-очень нравился этот аромат. Беленький Бритни Спирс, он называется Фэнтези, как же он называется? Так, Intimate Edition, Фэнтези, Intimate, наверное, он так и называется. Короче, это цветочно, по-моему, лимонный аромат. Немного, да-да-да, здесь есть такая небольшая лимонность. И цветы, и он такой водянистый. Здесь явно еще такой мускус, но он очень приятный. Еще один шарик я покажу. Это фэнтези, как же называется? Циркус фэнтези называется этот аромат. Вот он уже тоже более свежий. Свежий, здесь цветы, здесь есть сладость, но цветочная. И аромат... Ой, аромат чудесно будет идти на весну и на лето. О, господи, я проглотила, что распылила. Фу. Так, люблю мой любимый аромат Gucci Rush, девочки. Это старая версия 75 мл. Туалетная, ну, Gucci Rush только в туалетной воде. Он у меня начал портиться. Я очень-очень расстроилась. И хотел уже его выбрасывать, но не решалась, он у меня лежал, я не хотела его просто выпшикивать, поставила недавно его в ванную комнату. Он долго у меня там стоял, ни разу им не пользовалась, уже заказала новый Gucci Rush, оно 50 мл. Новый Gucci Rush пахнет, как Gucci Rush должен пахнуть, вот эта древесность, кориандр, ой. Все это так вкусно пахнет. Короче, я люблю классический Gucci Rush. Вот эта версия моя старая начала. Тут уже, правда, не так много осталось, но он как будто начал реабилитироваться. Это, конечно, не то же самое, то, что у меня вот здесь.
но он уже не пахнет протухшими персиками. Меня это уже радует. Я его истрачу, выбрасывать не буду. Еще один аромат от Britney Spears правит шоу. Это цветы и шоколад. Весенний аромат или на теплую осень попробуйте. Очень красивый на самом деле. Если будет приятная цена. Здесь, знаете, он пахнет шоколадом, но такой нежный шоколад, не супер гурманский. И, возможно, даже как будто взбитыми сливками немножечко. Короче, очень-очень вкусный, достойный аромат от Britney Spears. Они пользуются популярностью почему-то, я не знаю. Жалко-жалко, мне нравится. Так, от PS закос на Ralph Lauren. Ralph Lauren. Здесь такая бирюзовая жидкость, не просто так, потому что там, по-моему, наклейка у Ralph Lauren тоже такая. Ой, девочки, вкусный аромат, но он мне быстро надоедает. Здесь как будто, знаете, фрукты. И как будто есть еще. Блин, какой же это. Еще какой-то фрукт, который я очень люблю летом. Но прям он теряется в этих. Ну, короче, это невероятно вкусный аромат, девочки. Он теряется в других. Как это называется? Экзотических фруктах, но там есть какая-то яркая нота какого-то очень знакомого и мною любимого фрукта. Классный аромат, сладкий, о тюркиз от BS. Так, девочка, у меня жарится обед, я очень проголодалась, в паузе начала готовить. Так, покажу вам вот эти ароматики. Это Playboy, девочки, вот это Playboy Queen of the Game. Это сладкий ароматик фруктово-ягодный. Мне очень нравится. На самом деле, будет настроение, я его выпшикаю, я не знаю, мне кажется, за пару недель. То есть такое. Ну, там нужно много пшиков и обновлять. И вот такой вот, если честно, девочки, я не помню, как он называется, а здесь не написано. Ну, упаковку я не сохранила. Короче, это больше фруктово-цветочный. Тоже веселенький ароматик от Playboy. Тоже плевашка. Так, поставлю сюда. Ставь. Ну, вот так вот. Вот так вот. Так, все попадало у меня. Просто уже места не хватает. Места совсем не хватает. Так, а еще мне много чего вам нужно показать. Так, еще Жан Артес белое яблочко, которое называется White Pearl, Amore Mio это вся серия вот этих яблочек. Короче, из всех яблочек это самое такое серьезное, похожее на какую-то парфюмерную композицию, но я не знаю этот аромат в оригинале. Очень вкусный. Ой, господи, сейчас чихну. Очень вкусный аромат, но довольно серьезный. То есть это не какая-нибудь там простая поливашка, это, да, похоже на взрослый, какой-то серьезный более парфюм. Так, покажу вам вот этот аромат. Это Firefox, по-моему, из 80-х аромат. И он действительно винтажный у меня. Туалетная вода, которой я с удовольствием пользуюсь. Пахнет мне специями и цветами. Ничего не произошло с этим ароматом. Вы понимаете, да? Ароматы Avon, если правильно их хранить, могут храниться годами и вкусно пахнуть. Я не знаю, девочки. Я редко встречала, что вот кто-то сказал, что у кого-то какой-то аромат испортился. В основном все говорят, что они настаиваются. Но вот этот вот пахнет. И звучит он очень, ну, то есть долго. Долго он играет. Для туалетной воды вообще замечательно. А, и у него еще, знаете, характер у него такой одеколонистый немного. Девочки, моя любовь, не пожалела, что купила, это Сара Джессика Паркер COVID. Шикарный аромат, это цветы и шикарная лаванда. Никогда не думала, что лаванда в парфюмерии может так красиво звучать, необыкновенно, необыкновенный аромат. Если вы еще не пробовали, то попробуйте, может быть, вам зайдет. Но это именно такой цветочный сладкий аромат с лавандой, вот. Помните это, чтобы не разочароваться. Возможно, вам такое не понравится. Так, у меня есть Black Perfecto. Это вкусный аромат.
Ой, он пахнет, вроде как он должен пахнуть вишней, но вы знаете, это такая вишня, как будто ликерная вишня, и помимо этого здесь еще куча-куча всего, поэтому пахнет очень-очень многим. Очень мне хотелось его иметь, если не ошибаюсь, то это а-ля снятость, но на самом деле его еще запросто можно найти. Свеженький ароматец от Avon Viva La Vita закос под зеленое яблочко. То есть здесь характер зеленого яблочка присутствует. Также у меня есть от Oriflame Happy Dessert туалетная вода. Очень приятный аромат. Цветочный аромат и немного фруктов чувствуется в нем. Так, поставлю сюда. К сожалению, если я буду ставить уже на землю, придется наслаивать. Девочки, классический Джейми Чу в тридцатке. Здесь яркие пачули на мой вкус. Еще, по-моему, есть то ли карамель, то ли пралине и фрукты и цветы. Какой он сладкий, какой он мощный. Я рада, что у меня всего лишь тридцатка. Больше мне не надо такого аромата. Чудесный аромат, уже снятость, Wonderflower. Необыкновенно красивый дизайн, 50 миллилитров, мими-ми флакончик. Это жасминовый аромат от Oriflame. Очень красивый, очень-очень красивый. И аромат, и флакончик. Не знаю, девочки, на что это закос от Ля Перл называется, беленький перл, там есть и красный, и черный, и еще какой-то розовенький, по-моему. Аромат. Ой, аромат такой вкусный, он и цветочный, и фрукты в нем есть, и сладость, и свежесть. Хорошая поливашка, правда. Сейчас он мне кажется свежим, я помню, что летом он меня душил, поэтому я его отложила и забыла. Так, Oriflame, необыкновенно красивый флакончик, туалетная вода от Oriflame сказала, Tenderly Promise, или Promise, наверное, не Promise. Так, секундочки, девочки, я уже не помню, чем пахнет. Я помню, что он свежий и, по-моему, о, знаете, я запомнила его как свежий аромат, а теперь он пахнет мне, знаете, чем? Чуть-чуть стиральным порошком, чуть-чуть мылом, и много здесь цветов, очень много цветов, и он сладкий, такой сладкий, терпкий, удивительно. Удивительно, как изменился. Так, Ив Трус. Красивый аромат, но такой свежий. Для меня в нем мало характера. Мне очень нравится флакончик. Вот он у меня никуда из коллекции не исчезнет. Очень мне нравится Little Black Dress Party от Avon. Очень позитивный аромат. Для меня очень он ассоциируется с праздниками. Здесь не так много от черного платья, но вот еще дополнительные ноты, которые они добавили, они мне очень-очень нравятся. Хотя классическое платье мне тоже нравится. Так, зелененький аромат от Эммануэль Ункара. Очень свежий аромат. Тоже что-то в духе зеленого яблочка, только мне кажется, здесь они еще добавили яркие пачули. Очень вкусно пахнет аромат. Так, все же, наслаиваю, девочки, уже больше не могу, не могу. Так, какой еще вам показать? А, вот они как раз, эликсиры. Я думала, что вот Амбер Эликсир, вот этот вот такой под ретро-звучание, под классическую школу сделанный аромат, я думала, что он будет фаворитом. Но вы знаете, в носке он оказался более такой капризный, он требует какого-то случая, и поэтому он не стал прямо фаворитом. А, на удивление, из трех, которые у меня есть, эликсиров, Кристалл оказался самым любимым. Сначала он мне казался очень соленым таким ароматом, свежим, с фруктами, но через время, через вот эту соленость, свежесть и фрукты начала пробиваться сладость, невероятно. Он настолько красиво смотрелся в сентябре. Ой, чудесный аромат, очень классный. Я просто влюбилась в него. Очень-очень рада, что он у меня есть, и мне даже хочется купить его в запас. Так, девочки, и последний аромат, который я вам тут покажу, это
будет, наверное, еще один свежий аромат, соленый аромат. Ой, простите, пожалуйста. Это Calvin Klein. Блин, весь заляпанный у меня, потому что, ну, к сожалению, такие флаконы очень легко заляпываются. Так, вот, наполировала. Calvin Klein, девочки, ревил. Я у кого-то услышала, что это уже снятость, и перепугалась, потому что флакон, мне именно флакон понравился. Значит так, он очень свежий, действительно соленый, как будто. Напоминает, знаете, напоминает Галькино море. И такой пасмурный день, и как будто здесь еще есть какие-то цветочки. Но вот, вот этой свежестью он прямо долбит по башке. Но флакон шикарнейший. Блин, уже совсем не влазит. Так, девочки, я буду прощаться тогда. Я хочу есть. Если вы тоже собираетесь есть, приятного аппетита. И до следующего видео, до следующей части. Всем пока-пока.